написал нам с Ильей, то есть пригласил поиграть в качестве сессионных участников группы. Ну, подумали и согласились. Подумали? Стаса экспериментальная группа, потому что, ну, этим мы выделяемся. Но мы за 2 часа репетиции сделали круто, даже лучше, чем на репетиции, мне кажется. Я очень надеюсь, что людям понравилось. Хорошо, а если ты победишь, то как ты поделишь деньги? Пополам. Как пополам? Всем? Ну, в смысле, по 250 рублей, если 1000. А мы уже поделим половину. Ну да. На продвижение. Ну, мы сейчас альбом записываем, то есть надо деньги на рекламу еще добавить. Хорошо, про свой образ расскажи. Это они меня так надели. Он врет. Они меня одели так. Барык на украинской границе. Да, да, да. Так, потому что это же как бы, ну, как Вудсток сегодня. Вот я почти как Джимми Хендрикс сегодня. Время расскажет.